Сегодня у нас первый обжиг тандыра. Это очень важно. Мы, конечно, смотрели информацию, как это все делать и где мы покупали. Нам тоже объяснили, как делать первый обжиг, потому что он должен хорошо, тандыр, прогреться первый раз. Должны появиться трещинки, очень-очень тоненькие, примерно, ну, с волос. Его так и называют. Волосяные трещины их называют. Вот сегодня мы этим и займемся. Вначале закладываются щепки на бумагу. И должно быть совсем немного, потому что огонь быть должен небольшим, который мы будем поддерживать в течение 40 минут до часу. Они уже разгорелись, Саша. Сейчас бумага прогорит. Это от бумаги такой высокий огонь. Щепки, конечно же, от щепок не будет такого огня. Сейчас закрой поддувало, чтобы поменьше огонь был. Вот так. Потому что была большая тяга, и, конечно же, от этого был такой высокий огонек. Сейчас потихонечку начнет тандыр прогреваться. Видите, сейчас на нем нет ни одной трещинки. Ну вот, в течение обжога будем показывать, где какие трещины будут образовываться. Сейчас там небольшой огонек. Стенки тандыра начинают чернеть. Это нормально. Потом, когда тандыр хорошо прогреется, прикрой сильный огонь. Когда тандыр хорошо прогреется, тогда стенки побелеют. Вот тогда уже... Ну, первый раз, когда обжигается тандыр, на нем готовить ничего нельзя. Вот мы уже... Да, слышите? Это тандыр начинает нагреваться и лопаться. Волосяные трещины начинают образовываться. Но мы пока с мужем еще не видим, где именно. Вот сейчас, как первый найдем, обязательно вам покажем. Вот мы нашли трещины. Вот смотрите. Вот трещинки появились. Вот. Видите? Ну и, соответственно, вот с той стороны мы уже видим. Вот. Это нормальное, естественное явление. Вот хорошо видно здесь. И вот примерно вот так, потихоньку, мы будем его прогревать в течение, как я уже сказала, 40 минут до часу. А потом огонь мы увеличим. Сейчас хорошо видно, какой тандыр стал внутри черный. После того, как он хорошо прогреется, стенки его станут достаточно белыми, чистыми, ну вот примерно вот такими.
Видите, снизу уже начинает белеть. Потому что там уже температура, там был огонь, там же весь жар снизу. Там уже хорошо прогрето. Тандыр прогрелся, а стены все еще черные. Вот еще минут 10, маленечко еще дадим погореть вот этим углям. И будем увеличивать огонь уже, чтобы он был выше, чтобы стенки уже прогревались и становились белыми. Вот теперь мы начинаем увеличивать огонь. Дров мы заложили уже до половины, чуть-чуть выше. Сейчас хорошо огонь разгорится. Хочу еще сказать для тех, кто, может быть, не знает, на тандыр, когда он горит и когда он горячий, даже после того, как прогорел, на него ни в коем случае нельзя, чтобы попала вода. То есть нельзя его обливать. Если идет дождь, то обязательно надо поставить зонтик. Это очень важно. Ну вот, собственно говоря, и все. Первый обжиг прошел успешно. Вот где еще сажа осталась, сейчас мы накроем крышку. Она тоже вся обгорит. Посмотрите, стенки стали белыми. Там еще совсем немного углей, они еще догорают. Закрываем. А эту крышку потом или сейчас тоже? Потом? Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока!